вертолет, и мы узнаем, что делает это подразделение самым элитным. Нас бросают в тяжелую тренировку по выживанию. В командах стреляем боевыми. Но мы никогда не стреляем в друг друга. Мы проиграли. Хоть мы и навигационно затрудненные, но не заблудились. Может быть, минус 30, минус 40. Запотеешь и умрешь. Морской котик, но не значит, что люблю быть мокрым. Шины толще, чем тыдин. Терпеть не могу воду. Эй, это акула? Где? Неплохая тренировка. Тяжелая тренировка. Очевидно, ребята готовы к трудностям. Тренировочный курс завершается взрывной нотой, чувак.